Всем привет, с вами я, Мунбай, дорогие друзья, и в этом видео я вам покажу и расскажу, как сделать черное небо в Standoff 2 и как растянуть экран. Вот, смотрите. И так же самое, если вы стримите Standoff, я вам покажу, как захватить экран 4 на 3 для стрима. Смотрите внимательно, что мы делаем. Вы должны открыть OBS. В OBS ничего не меняйте, вот здесь не надо ничего менять. То есть, смотрите, переходите в панель управления NVIDIA. Я лично играю 4 на 3 на разрешении 1280 на 960. После того, как я сейчас ставлю разрешение 1980 на 960, вот, у меня все сохранилось. Вы должны перейти в BlueStacks, нажать настройки, перейти в экран. У вас здесь будет стоять авто 1600 на 900. Вы должны выбрать другое. И вписать разрешение, которое вы поставили на компьютере. То есть 1280 на 960. Текст. Все, закрываем. Перезапускается BlueStacks. И у вас все отлично. Потом, я стримлю на 4-м BlueStacks. Если вы стримите на 5-м, вам просто нужно нажать вот. Вот так вот. Зайти в OBS. Захват игры. У вас, вы сделаете захват игры, у вас будет вот, все, вот, у вас будет вот так вот. Зажимаете Shift, растягиваете, все, выравниваем, вот тут вот, все, все отлично. Итак, переходим к следующему. Как сделать черное небо в Standoff? Это очень просто, заходим в настройки, нажимаем движок. У вас здесь будет стоять производительность и OpenGL. Выбирайте DirectX, сохраняем, у вас перезапускается. Заходим в игру, допустим, в любую игру. Так, давайте в гонку вооружений. Загружаем. Смотрите, сейчас я вам все покажу. Вот. И у нас сейчас будет черное небо. Вот так вот. Сейчас загрузочка проходит. Так, сейчас загрузка. Сейчас. Оп, террористы. И как вы видите, у нас черное небо в Standoff. Видите, вот черное небо. Это DirectX. Так что, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. В следующем видео, если это видео наберет 100 лайков, в следующем видосе я вам покажу гайд, как повысить FPS для слабых компьютеров в Standoff. Вот, видите, я вам покажу, все расскажу. Все, набираем 100 лайков, я выпускаю следующий гайд. Всем спасибо, всем пока.